и любовь, но большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. А теперь все прошло. Не гордиться, а стыдиться. По-моему, не дурно. По-моему, шаблонно. Он взял от меня все, что мог. И теперь я ему не нужна. Я... Спасибо, достаточно. Представьтесь. Ксения Игнатова. Пожалуйста. Котлет-то поешь хоть. Мам, ну какие котлеты? Ну чё ты так убиваешься? Я тебе сразу сказала, ничего не получится. Для этого нужны связи, деньги, взятки. У нас этого нет. Мам, ну вот талант это... Ой, таланту еще больше денег нужно. Намного. У тебя есть кое-что другое. Красота. Это генетическое. Сейчас, подожди. Мне что-нибудь рассказать? Пока не надо. Просто повернитесь спиной. Достаточно, спасибо. Ну что же, вы успешно прошли кастинг. Оставьте контактную информацию для связи. Следующее. Хорошо. Алло. Вечер добрый. А могу я услышать Викторию Колесникову? Вики, нет. А это кто? Моя фамилия Левченко. А с кем я говорю? Я Викина мама. Очень. Очень приятно, очень. Вы должны гордиться своей дочерью, она прелестна. Я возглавляю жюри конкурса красоты. Вы не могли бы мне ее представить? Это зачем? Это знакомство со мной может повлиять на будущее вашей дочери. Вы хотите обеспеченного будущего вашей дочери? Я вас слушаю. Не понимаю, откуда такие цены здесь берутся? Сколько надо зарабатывать? Мам, зачем мы вообще сюда пришли? Подожди, сейчас все узнаешь. Позвольте представиться. Андрей Алексеевич.
Мой давний знакомый. Вика. Вот, разыскал. Да. Привет. Привет, Андрюш. Все. Все. Снова я потрясен вашей красотой. Вы меня поразили еще на кастинге. С такими данными есть все шансы на победу. Ну, конечно, потребуется некоторое вложение. Платье, косметика, всякие там, знаете, штучки, брючки женские. Сочту за честь взять все эти расходы на себя. Ну что вы, может быть, не надо? Ну что вы, знаете, наверное, мама вам не рассказывала. Я достаточно известный в городе меценат. Моя благотворительность нацелена на то, чтобы помочь пробиться, так сказать, юным дарованием. Знаете, вот, так что. Наслаждайтесь вечером. Заказывайте все, что вы пожелаете. Заказывайте. Пусть все запишут на мой счет. Тиша бли аос Анри де Вильямон. Резерв. Еду нам можно с собой? Мы на ночь не едим. Мам, ну куда ты столько набрала? Так было неудобно. Неудобно так жить, как мы живем. Ясно? Еще скоро все изменится. Выиграешь конкурс, заживем по-другому. Теперь пришло время назвать пятерку финалисток. Итак, Елена Михальчук, Варвара Купцова, Лариса Юсупова, Светлана Юдина и Виктория Колесникова. Что, я же говорил, что у тебя большие шансы.
молодец. Дай я тебя поздравлю. Ну да, чего у тебя платье мокрое, а? Что такое? Что это такое? Интриги. Ничего. Ничего, все будет хорошо. Знаешь что? Ты будешь королевой. Я тебе это гарантирую. Ну что, может, мы пойдем куда-нибудь отметим твой выход в финал вместе? Что? Который час? Что случилось? Говори. Мама. Что? Представляешь? Там все подстроено. Он хотел меня. Он хотел со мной, понимаешь? А ты что? А ты как думаешь? Знаешь, чего мне стоило вырастить тебя одной? Я думала, ты повзрослела, будешь заботиться о нас. Как ты могла не воспользоваться этой возможностью? Эгоистка. Так ты все знал? Нет. Вика, подожди, Вика. Садитесь, подвезем. А то в такое время одной стрёмно гулять. Нет, спасибо, не надо. Да ладно, садись. Садись. Ребят, помочь? Давай. Вали отсюда. Ну нехорошо иди как-то. Невежливо. Садись. Диктуй, куда тебе? Ладно, походу разберемся. Держись крепче, все будет окей. Проходи. А, прости за хаос. Я гостей не ждал. Вот возьми, я думаю, тебе это подойдет. Ванна там, горячая вода есть, отдохнуть ты можешь здесь. Утром я приду и привезу тебя туда, куда тебе надо. Ладно, пойду в соседний номер к другу. Он один, надеюсь. Чай?
Но как ты? Кошмары не мучили? Ну, хочешь ли этому отцу города на костыле? Да нет, не надо, пусть живет. Круто ты этих вчера. И гоняешь лихо. Спасибо, это моя работа. Ты гонщик? Ну да, что-то типа того. А, прости, забыл представиться. Коренной москвич в полном расцвете сил. Холост, хотя рассмотрю варианты. Короче, Макс. Что в переводе с латыни означает величайший? Виктория. Что означает победа? Так а ты здесь на соревнованиях или рассматриваешь варианты? Ну да, у нас здесь соревнования по мотофристайлу. Слышала? Ну, трюки на мотоциклах. Хочешь посмотреть? Ну, хорошо. Тогда приглашаю, приходи завтра. Точнее, сегодня. Только сегодня соревнования по мотофристайлу! Скорость, адреналин! Вот что движет этими отчаянными ребятами! А сейчас на старт выходит... Она выглядит. Лучше платье выпросила, типа к матери идти не хочет. Да ради такого любое платье не жалко надеть. И снять тоже. Несколько вопросов для нашей газеты «Вести Ярославль». Скажите, выполняя такие трюки, вы думаете об опасности? Риск ничто в сравнении со взглядом, которым тебя одаривают после победы. Эту победу я посвятил лучшей девушке Ярославле. Его некоронованной королеве Виктории. Сбежим отсюда. Для молодой пары идеально подходит. Тишина. Красота. Птички поют. Вид. Загляденье. Тебе нравится? Берем. А я извиняюсь, вы кем, в каких отношениях состоите? Вика моя невеста. А вы откуда будете? Чем занимаетесь? Спортсмен из Москвы. О, Москва. Не была. Ну, мы обязательно с вами поговорим, но потом. А сейчас нам надо остаться вдвоем, ну, вы понимаете. Вот деньги за 2 месяца. Мир вам. Да любовь. Спасибо тебе. Ну, зачем ты так на меня потратился? Во-первых, я знаю, что ты не хочешь идти домой. Во-вторых, мне нравится твоя улыбка. В-третьих, я решил здесь задержаться. Мужчина, я холостой. Город мне ваш нравится, особенно его лучшая девушка. Ты не против, что я тебя назвал невестой? Наоборот. Ты веришь в любовь с первого взгляда?
Ты мне снился. Сегодня ночью? Ну, чтобы не спали совсем. Нет, не сегодня. Только я еще не знала, что это ты. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Чтобы мы видели друг друга, не только вас. Эй, смотри сюда! Догоняй! Опа! Держись, держись! Наконец. Мам, я не вернулась. Я просто пришла сказать тебе, что я на тебя больше не сержусь и вообще. Спасибо тебе огромное. Знаешь, после той нашей ссоры моя жизнь так изменилась. Я влюбилась. Я так счастлива. Кто он? Он такой веселый, бесстрашный, добрый, умный, заботливый. Он просто величайший. Будь осторожна, дочь. Все мужчины обманщики. Попользуются и бросят. Мам, почему ты не можешь просто за меня порадоваться? Я радуюсь. Просто я знаю жизнь. Левченко заходил. Интересовался тобой. Оставил визитку. Как ты можешь об этом говорить? Это такая грязь. На всякий случай. Вика. Пусть тебе повезет с твоей любовью. Алло, Бубочка, я еду, еду уже, еду, еду. За рулем. Вот сейчас только совещание закончилось. Ну, не отвлекай. Я на дороге все-таки, скорость. Угу. Все, все, все. Андрюша, Андрюш, я хотела сказать, Андрюша, роль-то оказалась ведь совсем маленькая. Даже не ролью, а так эпизод. А ты обещал, что это... М? Что обещал? Может, я тебе жениться обещал? Свои обещания я выполнил. Хорошего понемножку. Наши отношения себя исчерпали. Я буду по тебе скучать. Андрюш! Андрюша! Козлина! Ну как? Ну что, Версаль? И цвет супер. Ага.
Отлично. Тебе будет так веселее меня ждать. Уже, да? Зая. Зая. Не надо гонгом готовиться. Я и так здесь уже засиделся. Но это ненадолго. Я же должен все подготовить к твоему приезду. Как же я могу привести невесту в пустое место? Вот. Это тебе, пока меня не будет. Да мне не надо ничего. Кроме тебя. Ну, Зай. Ну, я же не могу позволить тебе исхудать совсем. Тебе надо купить платье. Догадываешься, какое? Ну все, пора на старт. Пожалуйста, побудь со мной еще чуть-чуть. Вот. И помни, что мое сердце всегда с тобой. Зай, поеду шепотом. Чувствую, я с ним что-то случилось. Больше месяца тишина. А вдруг он разбился? Я ведь этого не переживу. Он же меня все, понимаешь? Ты даже не представляешь, какой он. Таких, как он, вообще больше нет. Я его на всю жизнь полюбила. Ну, конечно, как тут не полюбить? Москвич, хорош с собой, при деньгах. Рай, ну при чем тут деньги и Москва? Мне вообще все равно, где с ним жить и на что. Рай. Отдай мне денег взаймы, я его в Москву искать поеду. Бабок у меня сейчас нет. Но я через неделю в Москву поеду, к тетке. Давай так, если он до этого времени не проявится, я его найду. Где искать-то? Я знаю его номер телефона, но он выключен. Но еще я знаю название мотоклуба. Цилиндров было по-любому. Ладно, все, давай. Здорово. Девушка, вам помочь?
Да, если можно. Вообще-то я ищу Максима Решетова. И почему все симпатичные девушки ищут Решетова? А не меня, например? Ладно, так и быть, помогу другу. Макс! К тебе тут пришли! Чем обязан такой очаровательной девушке? Я вообще-то по поручению подруги приехала. Подруга такая же привлекательная? Ладно, об этом позже. Сначала о вас. Не хотите ли пойти сегодня вечером в клуб на вечеринку? Пойдем вдвоем. Вообще-то, я не против. Можно? Это вы? Вы гинеколог? Нет, гинеколог, она просто вышла. Она что? Господи. Возьмите. Спасибо. Я тоже врач, но другой. А гинеколог она вышла, скоро придет. Моя тетя. Вот, подкармливает меня. Не беспокойтесь, я сейчас выйду. Сейчас. Сережа, ступай к себе в отделение вместе с бутербродами. А то ты мне всех пациентов разгонишь. Не ешь сухомятку. Отличный доктор. Со мной все в порядке? Это не дисфункция? Это не дисфункция. Все в порядке. Вы беременны. Надеюсь, это хорошая новость? Хорошая. Я тебя тут сфотал на память. Сори, но мне пора бежать. И это все? Тебе было мало? Будешь в Москве? Звони. Да. Я тебе там деньги оставил на такси. Прости, сам не успеваю. Мне сказали, что ты уже вернулась. Почему ты не позвонила? Ты нашла Максима? Что с ним? Да нормально все с твоим Максимом, не считая амнезии. Какая амнезия? Забудь ты про него, подругу. Как он про тебя забыл? Зачем ты? Ты на твоем Максиме пробу ставить негде. Он даже ко мне приставать пытался. Я тебе не верю. Ну хорошо. Зая. Он тебе про любовь с первого взгляда втирал?
про то, что его имя означает величайший. Рассказывал. Типа с намеком. Но я не хотела тебя так расстраивать, подруга, правда. Дочь, может, хоть чаю? Мы не потянем. Зачем платить безотцовщину? Не повторяй моих ошибок. Какие ошибки? Мой папа ведь погиб как герой. Слов наговорил, оставил беременную и исчез. Всю жизнь не испоганил. Ребенком. О чем же вы думали, когда таблетки глотали? У вас началось кровотечение. Чудо, что выжили. Беременность прервалась. Но у вас еще все впереди, еще будут дети. Ну и ладно. Не надо мне никаких детей. Ни в прошлом, ни в будущем. Там ваша мама. Ждет. С вашей дочкой будет все хорошо. Жизнь ее уже вне опасности. Она пока не готова к встрече, но это последствия шока. Все скоро наладится, не переживайте. Ничего не наладится. Это я во всем виновата. Довела дочь до самоубийства. У вас тут где-нибудь есть нормальное зеркало? А вам еще рано ходить. Набирайте сил, поешьте. Я вот вам теплого куриного бульона принес. Так, гранатовый сок. Первое дело для повышения гемоглобина. Здесь всем пациентам оказывают такую заботу? Или я особенная?
Я несколько дней спасал вашу жизнь, хотя все говорили бессмысленно. Вы первая, кого я спасал с того света на самом деле. Я сделаю все, чтобы вы жили. Все? А вы можете одолжить мне денег, 5000 долларов? Ну, конечно, нет. Все мужчины ведь только и умеют, что сотрясать воздух словами. Посмотрите, пожалуйста, сколько на моем накопительном счете. $164,502.19. Я хотел бы снять все. А с копейками? С копейками. Ваша подпись. Слава тебе, Господи! Жива-здорова! Я уж не знала, что и думать. Милая, ну где ж ты пропадала? Мне пришлось уехать ненадолго. Я хочу забрать кое-какие свои вещи. Переезжаю. Ключи потеряла. Сейчас запасные. Что случилось-то? Вот деньги за квартиру за последний месяц. Долг. Вы не могли бы оставить мне одну? Ага. Thank you.
Обещал позвонить. Зая, прости, я правда собирался, но я номер твой забыл. Извините, у меня здесь назначена встреча. Простите меня за опоздание. Не узнал. Чем обязан? Я хотела вернуть вам деньги, которые вы давали моей матери. Ну, вот тебе да. Да, да. Жизнь полна сюрпризов. Не поверишь. Первая женщина, которая дает мне деньги. Они просят их у меня. Вот так. Да, да. Удивила, так. Удивила. Забирай. Ну ладно, все, пошутили. Хватит. Забирай. Такое счастье жертвовать на красоту. Не лишай меня этого удовольствия. Боюсь, в таком случае я буду чувствовать себя обязанной. Ни в коем случае. Впрочем, ну и что? Давай мы об этом поговорим в более камерной обстановке. Девушка ошиблась адресом, а заодно и столетием. Она здесь одна или с кем-то? Не, вон, с подругой. Подруга, кстати, зажигает по полной. А это стоит как столб. Такая поражительная девушка и скучает. Позвольте вас развлечь. Не думаю, что у вас получится. Но попытаться-то стоит. Но для начала вино или шампанское? У меня уже есть напиток. А, ну, может, тогда потанцуем? Не хочется. Караоке, домино, дартс, прятки, нарды, прыжки в мешках. А вы позовите ее. Уверена, она охотно с вами попрыгает в мешке и разгадает кроссворд.
Боюсь, не выйдет. Я предпочитаю девушек с более высоким IQ. Не знала, что для прыжков в мешке важен IQ. А вы предпочитаете больше интеллектуальную беседу? Предпочитаю, чтобы меня не беспокоили пустым разговором. Не судите поспешно. Возможно, об этом разговоре мы расскажем своим детям, когда они спросят о первой встрече своих родителей. Здесь важно каждое слово. Хорошо. Тогда я выйду собраться с мыслями, а потом мы продолжим наше историческое общение. Я готов ждать вечность. Но лучше поторопитесь. Девушка напугал. Выбежала, как ошпаренная. Значит, прятки. Далин, я ушла. Нет, все нормально, просто неинтересно. Не нужно было мне приходить. Веселись, пока. Привет. Пока. Неужели после того, как я был твоим кортежем, секьюрити и дискотекой, ты даже не хочешь сказать мне спокойной ночи? Слушай, оставь меня, пожалуйста, в покое. Этим ты прежде всего сэкономишь свое время. Подожди. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Могу придумать что-нибудь пооригинальнее. Я тебя жду. Где Вика, не знаешь? Как сквозь землю провалилась. Везде ее ищу. Может, в полицию позвонить? Не, не надо в полицию. Я ее не видела, но слышала, что у нее все в порядке. Где Вика? Да хорошо у нее все. Нашла себе папика богатого в Москве, снимает ей квартиру. В общем, устроилась ваша Вика. Что с вами? Вам плохо? Нет, сейчас пройдет. Подождите, я сейчас воды принесу. А мне ты не даешь такой возможности уже 2 недели как. Представь, скольких девушек ты бы осчастливил за это время. Подвести? Чем я заслужила такое внимание? Подвести? Нет, спасибо.
В мои планы не входила интрижка с тобой. У меня есть принципы. Мои родители учили меня держаться подальше от таких, как ты. Мечтаю познакомиться с твоими родителями. Настя, я просто хотел тебя подвести. В наше время так сложно встретить девушку с принципами. Их надо беречь и не позволять ездить в общественном транспорте. Хорошо, поехали. Ара, через 20 минут, а мне нельзя опаздывать. Есть здесь рядом метро? Метро нет, но есть идея. Обещаю тебя телепортировать за 20 минут, но за это ты пойдешь со мной вечером в ресторан. Туркам? У тебя нет шансов. Время покажет. Держись. Вика, привет. Нет, ничего не случилось. Просто соскучился. Ну, могу же я просто соскучиться. Ты знаешь, вот я тут подумал, а может, мы встретимся сегодня вечером? Это хорошее вино? Безусловно. Тогда я хочу произнести тост. А вот это уже другое дело. Мне нравится твое настроение. За тебя, Максим. За выдающегося гонщика. От слова «гнать». За все твои достижения и победы. И не только на мотокроссе. За всех твоих девушек, которые оставляют о тебе отзывы на форумах. И за то, что я никогда не буду одной из них. И не пополню выдающийся список твоих побед. Хорошее вино. Настя, что происходит? Мама, не спрашивай. Мама, иди спать. Thank you.
Я тебя там оставил мелочь на расходы. И приглашение на премьеру в театр вечером. Вместе пойдем? Угу. Конечно. Только я, как лицо официальное, должен пойти с супругой. Ну, ты понимаешь, положение обязывает. У тебя тоже очень хорошее место. Ложа. А если твоя супруга о чем-нибудь догадается? А вот что нам рассказал, это меньше всего волнует. Легенда поп-арта, которая открылась сегодня в Москве. Господин Свиридов. Я намерен сделать экспозицию, доступную для всех ценителей этого направления. Поэтому в день открытия выставки вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Меценат. Хренов. Чем он тебя насолил? Утверждая главенство духовного материала. Искусство. Братишка мой. Иногда вообще стоит забыть о себе. Вкладываем в слово. Именно в вечное. Мой бизнес ориентирован в первую очередь именно на это. Обратите внимание. Это уникальная модель. Трехмачтовый фрегат Америго Веспуччи. В честь того самого путешественника, исследователя. Ну, вы понимаете, да? Значит, я говорю, трехмачтовый, двухпалубный. Детальная копия. Это лучшее, что есть в моей коллекции. Долго же ты учишься. Обедать будешь? Ну, уже. Пирожки у твоей мамы просто супер. Ты тоже умеешь? А ты что здесь делаешь? Настенька, ну разве так встречают гостей? Ну, где твои манеры? И потом, почему ты от нас с мамой скрывала своего друга? А ведь именно о такой компании для тебя я и мечтал. И если бы ты познакомила нас раньше, наша машина была бы уже давно на ходу. А Максим помог папе починить машину. Да. Он, оказывается, в этом превосходно разбирается. Там этот... инжектор. Представляешь? Ну, садись, что стоишь. А то ведь, наверное, проголодалась со вчерашнего вечера. Настенька. Максим, еще пирожку? Наличку. Ага. О, Боже! Я сгораю изнутри, как сердце бьется. Чувство через край. Желание любить меня поработило. Жорж, тише, я прошу тебя. Прости, нет сил молчать. Тебе хочу я подарить весь мир. Моей любви границ не существует. Любимая моя! Любимый мой. Любимая моя, любимый мой. Жорж, кто та женщина? Я жена его, а ты кто, дрянь? Элисандра, нет! Как посмел ты? Прощай, тебя я не увижу больше никогда. Это не то, что ты подумала. Здорово играет. Подумайся. Да, хороший спектакль. О, не может! Что ты делаешь? А дочка у вас красавица. Вся в вас. Ой, ну что вы. Это было так давно. Я тогда зачем-то в брюнетку перекрасилась. Это был самый счастливый у нас Ромой день в жизни. Ну, до рождения Настеньки, конечно. Максим, а вы представляете, мы с Ромой впервые поцеловались только на свадьбе. Алочка, теперь это звучит как архаизм. Нынче времена совсем другие. Зависит не от времен, а от людей. Максим, вы представляете, вот другие дети мечтают о карусели, о цирке, а наши. Лучшее развлечение – экскурсии и храм. А у вас особенная девочка. Настя, а не махнуть ли нам в Ярославль? Ой. Отличная идея. Настя там 100 лет не была. А вы бывали в Ярославле? Да, вы знаете, я недавно был в Ярославле на соревнованиях. Город очень понравился. Я не поеду. Мне курсовую надо писать. Настя. Так. Курсовая подождет.
Ты и так слишком много учишься. Нужно иногда и развлекаться. Я поехала с тобой только потому, что все меня к этому буквально вынудили. Так что не строй на этот счет никаких иллюзий. У нас будут разные номера. Разумеется, да, ты мне нравишься. Именно поэтому я не хочу торопить события. Мы просто поедем вместе в красивый город. Так что расслабься и получай удовольствие. Знаешь, кто я? Да, я видела вас в театре. Какое совпадение. И я тебя. А мы разве уже на «ты»? А у нас много общего, чтобы церемониться. Окей. Чай будешь? Слушай, да как ты смеешь смотреть мне в глаза? Слушай, ты что, считаешь, я буду терпеть, да? Да я тебя уничтожу, поняла? Чай или кофе? Или что-нибудь покрепче? А, воображаешь себя хозяйкой квартиры, за которую платит мой муж, да? Пользуешься молодостью, чтобы разбивать чужие семьи? Значит, ничего. Ой. Ой, мамочка. Ой, 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 ой. Ой. Сердечные капли какие-нибудь есть? Я... Сердца у тебя нет. Андрей, всегда были связи на стороне. Я долго закрывала на это глаза. Но это не имеет границ. Он покупает тебе украшение у моего ювелира. Он таскает по спортклубам, намекает мне, что разведется со мной. Я в сущности не молодая женщина и больная. Если он меня бросит, то ты хоть понимаешь, что такое, когда тебя бросают, понимаешь? Понимаю. Андрея вашего уводить я не собираюсь. И совсем скоро я исчезну из его жизни. Но мне нужна помощь. Мне нужна информация о Свиридове, о брате вашего мужа. Знаешь что? Тащи-ка что покрепче. Настя! Сфотографируй. Сейчас. Вот. Вот отсюда сфоткайте, пожалуйста. Спасибо. Повезло с погодой. Давай, позируй. Вот. Мы с тобой договорились не торопить события. Так что спокойной ночи и хороших снов.
Сергей Юрьевич, вечер-то какой чудный, а вы все работаете. Поберегли бы себя, а то ведь так недолго и пациентом стать. А я люблю свою работу. И не устаю от нее. Давайте с вами поболтаем, выпьем по мензурочке. Это мне сегодня одна пациентка подарила. Угу. А то ведь нам сегодня всю ночь работать с вами вместе. Спасибо, я воздержусь. Работа. Чего вы еще воздерживаетесь? Поняла. Надеюсь, я не буду об этом жалеть. Все в порядке, я могу чем помочь? Со мной не все в порядке, но помочь вы не можете. Ирина Игнатьевна, это Вика. Нам нужно поговорить по нашему вопросу. Что-то не так? Просто неважно себя чувствую. Но ничего, это скоро пройдет. Знаешь что? Нам надо поехать куда-нибудь отдохнуть. Идея? Идея. Идея. Через пару недель, например. Не получится. Надо ехать поздравлять брата с днем рождения в Москву. Так сказать, соблюсти политес. Ты едешь с женой? Она не может. Ложится на обследование в какой-то медицинский институт. Тогда ты можешь поехать со мной. Или ты не можешь взять на день рождения любовницу? Что ты? Не в этом дело. О, не в этом дело. Все дело в брате. Брат мой. Никита. Неприятный он человек. Ты опасаешься его, да? Кто? Я? Его? Что? Это он меня опасается? Смешно? Я его опасаюсь. Ты смотри. Решено. Поедем вместе.
Пусть завидует. Так, посиди, а я открою. Прошу. Добро пожаловать, Андрей. О, это официально. О, ну ладно. Что, фитнес забросил уже? Все? Да. И вы? Это моя, вот, моя Вика. Очень приятно. Ну что, пойдем в дом? Пойдем. Ну, ладно тебе, что ты? Чемодан захвати. Лишнее. Ну, не надо кокетничать, не надо. Бери. Детали обсудим, пересмотрим сразу после возвращения. Ну? Не сейчас. Мне нужно поехать в магазин, купить себе косметику. Я пойду приведу себя в порядок, закажешь мне такси? Угу. Я к вечеру вернусь. Совет вам да любовь. Ну что же, горько! 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 Раз, два, три, четыре. Ну что, может, поедем? Тут уж ничего не изменить. Всегда можно все изменить. Просто иногда на это нужно больше времени и терпения. Поехали. О. Желаю, чтобы эта потеря была самой большой в вашей жизни. Хороший был бокал. Но тост еще лучше. Кстати, а как поживает твоя драгоценная супруга? Ну, болеет. Болеет. Ну, это как обычно. Слава богу, скоро она уже будет называться бывшей супругой. Вот так. Это что-то новенькое. Совсем новенькое. О. Я покину вас ненадолго. Но скоро вернусь. А где лёд? Ой, ой, господи. Не возражаешь? Нет, конечно. Сегодня же твой праздник, братик. Извините. Но
Никита! Бежали, да. Что-то мне подсказывало, что мы еще встретимся сегодня. Да, пожалуй. Спасибо. Ну и что ты здесь делаешь? Не спит. Я не об этом. Что ты здесь делаешь с этим старым неудачником? Спорная характеристика вашего брата. Брат. И сейчас я не намерена дискутировать. Я же вижу, что он тебе не нужен. Тебе нужно на самом деле? Я обычно всех сканирую на раз, а тебя не пойму. Вот теперь я действительно хочу спать. Спокойной ночи. Кто бы ты ни была, у тебя должна быть цель, и я могу тебе помочь ее достичь. Потому что я могу все. Ты получишь желаемое после того, как желаемое получу я. Я тебе дарю этот шанс. Ты подумай. Садись, поехали. Ну, наконец-то. Достал этим фарсом. Что-то голова трещит. Останови, я попью. Ладно, поехали. Иди сюда. Достань мне адрес. Мне велено ждать вас 30 минут. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Представляете, с третьего этажа Иванова перекрыли воду. А художник первого этажа говорит, откройте, а как я открою? Пробки ведь скоро. Нужно заехать еще в одно место. Прости, милый, я опоздала. Что такое, что случилось? Бабочка, а ты что здесь делаешь? А ты что? Кого-то другого ждал? Нет, просто... Алда, совсем забыла. Память уже не та старая стала. Меня же просили тебе передать. Вот. Что вы ходите и ходите здесь? Сергей Юрьевич, вам тут вот передали вот конверт. Может быть, я все-таки узнаю, кто это вам передал? Да нет, спасибо. А? Мне кажется, я догадываюсь. А мы разве не едем в загородный дом? У меня на этот счет иные указания.
Опоздал. Почему мы не в том вашем доме? Потому что мой дом – это мой дом, а ты будешь жить здесь. И давай проясним. Ты станешь моей любовницей, а я позабочусь о твоем будущем, когда с тобой расстанусь. Это все. А если с вами захочу расстаться я? Такого еще не было. А вы самонадеянны. Могу себе позволить, продолжим. В моих силах сделать то, о чем мечтают многие женщины, а большинство даже не мечтают. Тебе лишь нужно следовать правилам. Все очень просто. Что за правила? Знаешь, за ужином. Правило первое. Ты должна быть честна со мной. Терплю обман и наказываю за него. Привычка такая. Правило второе. Когда ты мне нужна, ты должна быть рядом. Когда я занят, не докучай мне. Правило четвертое. Не задавай лишних вопросов. Правило пятое. Так много правил. А среди них есть такое, которое позволяет забыть все правила и просто получать удовольствие? Хлебушек? У нас хорошая новость. Мы с матерью переезжаем на нашу фазенду. Благо, она приспособлена для круглогодичного проживания. Газ провели. Зачем? Можно же прекрасно жить здесь все вместе, как раньше. Ну, как раньше уже не получится. У тебя теперь муж. Да. Семья. Я обещаю, не дам тебе скучать. Мы в этом не сомневаемся, Максим. Поэтому завтра же и перебираемся на дачу. Но мы будем к вам приезжать, и вы нас не забывайте. Так. Сегодня в 7 я ужинаю с партнерами в ресторане. Тебе нужно быть. Машина будет в 6. В квартире найдешь все, что нужно. Было хорошо.
Доброе утро. Доброе. Вам помочь? Нет, спасибо. Где же ты? Сколько тут места? И все для нас. Ты представляешь, какие вечеринки тут можно закатывать? Планировала несколько иначе распорядиться пространством. И как же? Ну, маленькие ножки, заливистый смех. Идея хорошая, но больше всего мне нравится процесс реализации. Значит, ты за? Готов доказать. Никита, что ты надумал по поводу Сочи? Вкусная тема, но и цена вопроса нешуточная. Думаешь, стоит ввязаться в тендер? Однозначно, тем более там есть наши люди. Только швец карты путает. Молодой, рьяный. Со швецом мы разберемся, не впервой. Попробуй, вкусная. Я понял тебя, разберемся. Не волнуйся. Нормально. Ну, я думаю, что мы по срокам успеваем. У нас еще в запасе есть целых 2 недели, поэтому сейчас все бумаги мы согласуем, подпишем, и все будет замечательно. Хорошо. Да. Нам на днях будет ответ из банка, бумаги все уже подготовлены, осталось только завизировать их. Я думаю, так. Ну что ж, будем ждать отмашки. Ну что, как тебе, провинциалочка? Село селом. Похоже, устриц впервые в жизни увидела. Может и так, но Свиридова-то у тебя перехватила. Даю ей месяц от силы. Ей еще расти и расти. На одной койке далеко не уедешь. В Москве все мужики балованные. Да. А такую с мамой никто знакомить не станет. Тогда прямо влюбился в них. Влюбился я, допустим, в тебя. А женился из-за пирожка. Вот и ищите. Да, мне нужен Терех. Терехов. Не знаю такого, он кто? А он здесь работает. Девушка, вы ошиблись. Жаль. Мне-то как жаль. Сава! Так, что там у нас? Виктория, вот я купила все, что вы просили по списку. Спасибо большое.
Пока думаю, мне этого хватит. Но надо же как-то убить время. Да, Настен. Ага. Говори быстрее, мы сейчас выезжаем, скоро старт. Макс, я так счастлива. Ты не представляешь. Я только узнала, я беременна. Класс. Я рад, правда рад. Макс! Ладно, поговорим позже. Все, пожелай мне удачи. Я так рада, что вы пришли. Наливайте. Угу. А то я тут одна с телевизором совсем одичала. Как Вика? Она давала о себе знать? Нет. Но она где-то в Москве. Она меня не забывает. Посылает мне деньги каждый месяц. Большие деньги. А вы узнавали это от Вики? Там есть обратный адрес? Нет, я ходила на почту. Сказали, что адреса отправителя нет. Но я знаю, что это от нее. Я их не трачу. Положила на сберкнижку. Она вернется, и я ей отдам. Вы думаете, она меня простит? Конечно, простит. Я думаю, что уже простила. А я в Москву переезжаю. Постараюсь ее разыскать. Тоже уезжаете? Уезжаю. В новую больницу, на новую должность. Ну и главное, есть возможность учиться дальше. Угу. Пожалуйста, разыщите Вику, ладно? Проходи, мой руки. Ты что, не рад? Чего радовался, четвертое место? Я смотрю, ждала мужа с победой. Это же по случаю. Неужели ты забыл? Как я мог забыть? Как я мог забыть, что у нас будет ребенок? Пожалуйста, пожалуйста, не мазай. Пожалуйста, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Пожалуйста. Пожалуйста. Что это было? Слушай, а вдруг это опасно для малыша? Я думаю, наоборот, это его развлечет. Не смешно. Давай не будем рисковать, пока не спросим у врача. Представь, что я врач, и моя рекомендация... Я тебя обследую снизу подругу. Звучит неубедительно. Завтра же узнаем независимое мнение ваших коллег. Какая-то упрямая. Угу. Попробую уснуть. Почему ты не хочешь об этом рассказывать? Если ты хочешь, чтобы страх исчез, нужно посмотреть ему в глаза.
Этот кошмар преследует меня еще с детства. Я один в лесу, меня бросили, там темно и сыро. Я не знаю, как оттуда выбраться. Зову, и никто не приходит на помощь. Ненавижу. Что ненавидишь? Или кого? Того, кто это сделал. Он думает, что я не помню, а я помню все. И ничего не забываю с тех пор. Это было на самом деле? Тебя бросили в лесу? Кто мог это сделать? А как ты думаешь? Твой брат? Я никому не рассказывал. Кстати, а что у тебя? Какие у тебя скелеты в шкафу? В моем шкафу только платья. И благодаря тебе их целое изобилие. Из-за этих ночных откровений я не выспался. У меня встреча через час. Смотри, может быть, что-то из этого подойдет. Откуда это здесь? Я взяла на себя смелость купить это для тебя. У тебя каждое утро встает вопрос, галстук или рубашки. Тронут заботой. Надеюсь, ты меня не разорила. Я же не покупала костюмы. Ладно. Сегодня приезжаешь ко мне, так будет удобнее для нас обоих. А как же правила? Не помню номер. Об автономности твоей территории. Я устанавливаю правила. Я же делаю исключение. Иногда. Настен, ты решила рекорд по звонкам установить? Ну, мне правда, что-то не по себе. Может, все-таки приедешь? Нереально, это важный чемпионат. Я вернусь через 3 дня, всего ничего. Успокойся, не накручивай себя. Все будет хорошо, просто ляг и отдохни. Выбрось из головы всякую ерунду. Макс! Все, милая, пора по коням. Люблю и скучаю. Очень интересно. Давно я не видела девушку, читающую книгу. Особенно в этом доме. Вика. Я так понимаю, ты новая подружка моего отца? А ты, значит, Арина? Да, я новая подружка твоего отца. И я не против подружиться с тобой. У меня достаточно друзей.
Да, привет. Да, звонила. Да. Когда увидимся? А если завтра? Ладно, хорошо. Только не забудь. Пока. С ними так нельзя. Он должен сам искать с тобой встречи. Им ведь только это и нужно. Добиваться нас. А ты прям все знаешь, да? Может быть, и не все. Но кое-что я точно знаю. Иначе я бы не была в этом доме. Слушай, я тут хочу пойти на один концерт, но отец не отпускает. Может быть, замолвишь за меня словечко, раз ты такая всезнающая? Попробую, но не обещаю. Настёна! Встречай победителя! Тихо. Она уснула, но ей уже лучше. Лучше? А что случилось? У Насти был выкидыш. Мы пытались до тебя дозвониться, но не смогли. Хорошо, что мы с Ромой быстро приехали. Такое несчастье. Где ты был так долго? Я потеряла ребенка. Это ужасно. Не буду, это ужасно. Это очень неприятно, но это не конец света. Когда тебе будет можно, мы повторим попытку. Я всегда готов. Ты ничего не понимаешь. Поехали. Да. Да, только что вернулись. Анализы плохие. У Насти больше нет шансов иметь детей. Ну, назначили дополнительные анализы. Ну, гормональное лечение и там... В общем, врачи сказали, что это помогает. Иногда. Ладно, я позвоню потом. Я никогда не буду мамой. Не надо сдаваться.
Можешь не прятать. Я не собираюсь закладывать тебя твоему отцу. И нравоучения тебе читать тоже не буду. По какому поводу марафет? Тусовка с друзьями. Накрасишь меня, как у тебя? Тебе так не пойдет. Но у тебя же красиво. Я хочу быть похожа на тебя. Я не лучший пример для подражания. Ну и когда он будет? Я знаю, что никогда не опаздывает. Найди мне срочно другого переводчика. Что случилось, Никит? Британец из издательского дома уже здесь, а переводчик в пробке застрял. Ну, если ты не против, давай я попробую. Я, конечно, не профессионал, но все же лучше, чем ничего. Ты переводить. Никита, Никита, I am so glad to be here tonight. This is a great honor to be at the opening of this ceremony here in Moscow. This is fantastic. This is the most prestigious journal in our entire publishing house, and I know it's going to be a great success. Добрый вечер. Я рад, что мне оказана честь присутствовать на церемонии открытия российской версии самого известного журнала в нашем издательском доме. Listen, the traditions, the values, and the level of quality are going to be great, and I know you're going to be faithful to it, but I kind of want the magazine to be adapted to the local audience and the local Russian market. Я надеюсь, преемственность в том, что касается традиций, стиля и уровня нашего журнала, останется, но при этом будет адаптирована к специфике российского рынка и аудитории. Oh, this is great. Ты не перестаешь меня удивлять. Откуда? Я неплохо училась в школе. И вообще, в свободное время я люблю позаниматься английским языком. Ну что ж, я твой должник. Это выполнить любое твое желание. Я бы очень хотела посетить одно мероприятие. Разумеется, с тобой. Я заинтригован. Чувствую себя виноватым. А ведь это нормально, хотеть собственную жену. У нас так давно ничего не было. Мне правда сейчас не до этого. Давай просто посидим. Ты пойдешь послезавтра за меня болеть? Я еще плохо себя чувствую. Лучше поболею дома.
На сегодня у нас страховщины хватит, едем домой. В следующий раз развлечения для нас буду выбирать я. Я в ординаторской. Хорошо. Где реанимация? До конца по коридору, 4-й этаж. Представляешь, не ест, не спит, сидит возле него все время и кается. Да не кается. А кается. Говорит, что из-за нее разбился. Потому что ее с ним в тот день не было. Ага, так и свихнуться недолго. Спасибо. Вика. Климов. Климов. А ты что здесь делаешь? Переехал в Москву, здесь работаю. Что, в этой больнице? Да, в токсикологии. Вика. Я понимаю, что сейчас слишком поздно, но, может быть, мы с тобой когда-нибудь выпьем по чашечке кофе. А почему не сейчас? Да, Никит, не волнуйся, все хорошо, я еще в салоне. А не представляешь, перепутали время моей записи. Угу. До встречи. Целую, целую. Латте, капучино. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а ты не мог бы узнать о состоянии одного больного из травматологии? Его зовут Максим Решетов. Обязательно. Я же понимаю. Что ты понимаешь? Ну, просто когда была без сознания, все время повторяла его имя. Я подумал, что... Ты все правильно подумал, Климов. Ты вообще все всегда делаешь правильно, в отличие от меня. А меня надо презирать. Вот так, Климов. Я и сама себя презираю. Но у меня есть цель. Я хочу быть с ним. Особенно сейчас, когда ему так плохо. Я его люблю, а без него я не живу, а существую. А ты вообще, Климов, понимаешь, что такое любить тайком? Издалека. Я понимаю. Вика, ты уверена, что это того стоит? Я говорю не о средствах, а о самой цели. Я все равно сделаю так, что мы снова будем с ним вместе. Я все узнал, травма очень серьезная, может остаться инвалидом. Нужна реабилитационная терапия и один очень редкий и дорогущий препарат. Записываешь? Да, спасибо, доктор, я поняла. Кто звонил? Врач по поводу моей мамы. Она сильно больна. Очень нужно одно лекарство. Так, давай переведем ее в Москву. Тут и лекарства, и врачи, я все устрою. Она очень слабая, ее нельзя транспортировать. И надежда только на этот препарат. Не переживай. Дай мне название, я все уложу. Спасибо. Thank you.
постойте. Мне сказали, что это вы. Почему вы это сделали? Вы знаете моего мужа? Вас что-то связывает? Да. Я его знаю. Правда, не лично. Я давно увлекаюсь мотофристайлом. Да, и всегда следила за карьерой Решетова. Я была на тех соревнованиях. Когда? Это никого не оставило равнодушным, а у меня была возможность помочь, и я помогла. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте пойдем к Максиму. Я хочу вас познакомить. Муж должен поблагодарить вас лично. Нет, это лишнее. Нет, я вас не выпущу, потому что муж должен знать свою спасительницу. Максим, вот та девушка, которая достала для нас лекарства. Спасибо. Вы просто ангел. Как вас зовут? Это не важно. Зачем вам утруждать себя ненужной информацией? Хорошо. Пусть это останется нашей тайной. Я вас больше никогда не забуду. Простите мне мои подозрения и ревность. Вы действительно наш ангел. Ну вот мы и дома. А то все больницы, санатории. Ну и остались бы на даче. Да, мы же вам всегда рады. А где? Это что за урод? Это твоя новая машина. Мы с родителями решили, что так будет лучше и безопаснее. К тому же нужны были деньги на лечение. Вот значит как. Вы решили. Спасибо. Ну что, может, подниметесь? В другой раз, Настенька. Пока, девочка моя. Пока. Все. Пока-пока. Максим, а ты куда? По делам. Кое-кто обещал помочь с работой. Кое-кто — это кто-то из друзей? У меня нет друзей.
Друзья есть только когда у тебя все на мази, и ты победитель. Когда ты в лузерах, друзья сливаются. Так, один человек. Надеюсь, что-то выгорит. Она должна была улететь вместе с ним. Что решать будем? Возьмем с собой покататься. Тихо, разбилась. Подгони машину ближе к воротам. Я слушаю, кто это? Алло, Никит. Никита, ты в опасности. Хорошо, ты умница. Я сейчас пришли своих людей. Жди, никуда не выходи. Я еду в аэропорт, прилечу как можно быстрее. Thank you.
все, я вышел. Да, скоро буду. Никит, кто эти люди? Это всего лишь исполнители. В гараже под моей машиной нашли взрывчатку. Не волнуйся, уже обезвредили. Заказчика ищут. Несколько дней, пока не решу вопрос. Отмени на шаг. Выйдешь за меня замуж? Хорошо, ответишь утром. Давай, зайчик. Я уже заждался. Я зашла, чтобы сказать, что предлагаю нам разбежаться. Меня такие отношения больше не радуют. Если их можно назвать отношениями. Это ты что, мне говоришь? Ты думаешь, ты мне нужна? У меня таких, как ты, десятки! Вот и славно. Быстро же мы все выяснили. Давай помогу. Не расстраивайся. Это временные трудности. Скоро все наладится. И будет как раньше. Я всегда буду с тобой. И никогда тебя не оставлю. Вместе мы справимся. Потому что мы любим друг друга. Правда? Пожалуйста. Спасибо. И что ты думаешь о моем предложении? Никит, я решила, что ты это не всерьез. Ты ведь не из тех, кто женится. Да и зачем нам это? Нам и так вдвоем хорошо. Тебе нужна свобода? Любопытно, зачем? Никит, перестань. При чем тут свобода? Я знаю правила, и я им следую. Нашли? Кто? Вот как. Ну что ж, давно не виделись. Ты едешь со мной. А у меня хорошие новости. Звоню папа. Он договорился о работе для тебя. Какой-то элитный автосалон. Ты что, не рад? Думаешь, автосалон – предел моих мечтаний. Но это лучше, чем ничего. Папа так старался… Знаешь, где мне эта ваша забота? Твоя и твоих родителей! Шагу не даете мне ступить!
Именно из-за этого я все время чувствую себя ущербным. Прости меня. Я обязательно позвоню твоему отцу и скажу спасибо. И пойду работать в этот ваш элитный. Да, Никита, эти двое — это они. Ты что с ними делать будешь? Не говори глупости. Лучше сюда посмотри. Никита, не делай этого, пожалуйста. Даю тебе шанс. Живи пока. Но для меня ты умер. У вас артериальная гипертензия. Нужно срочно в стационар. Вам надо в больницу, а не ногами ходить, понимаете? Я не хочу. Не выпишите мне, пожалуйста, какие-нибудь лекарства. Лекарства-то я вам выпишу. Но ведь с таким давлением не шутят. Может быть, гипертонический криз. Скажите, у вас есть кому за вами присмотреть? Есть. Выпишите, пожалуйста, рецепт. Никита поменял пароль. Арин, хорошо, что это я. А если бы папа? Тебе опять деньги нужны? В прошлый раз мне пришлось сказать, что это я взяла. Подожди.
Что с тобой происходит? Зачем тебе столько денег? Ты же понимаешь, шмотки, косметика, в клубы выйти надо. Все денег стоит. А в тот раз у подруги проблемы были, я ее выручала. А что ты допрашиваешь? Себе ни в чем не отказываешь. Арин, ты в какую-то историю вляпалась? Что случилось, Никита? Аринка пропала. Дома не ночевала. Скажи мне, что девочке надо? Хочешь учиться, пожалуйста. Любой вуз мира. Хочешь работать, вперед. Да не волнуйся, ты найдется она. Я с ней поговорю. Есть такие вещи, которые тебе она, может быть, и не скажет, а мне может. Мы с ней поедем куда-нибудь, поговорим по душам. Только вот... Что? Водителя у меня опять нет, а твой занят вечно. Ты же их постоянно увольняешь. Надюжи, наконец, сама. Поехали. Здорово! Здорово. Каким ветром тебя к нам занесло? Извини, давно не проявлялся. Все время в разъездах, вот вчера вернулся, решил наведаться. Как сам? Да, бывало и получше. Вот сегодня поставил рекорд по скоростному увольнению. Ух ты. Макс. Да? Слушай, ну ты пару дней не трепыхайся, я постараюсь тебе что-нибудь подыскать. У ребят поспрашиваю, окей? А ты говоришь, есть у тебя настоящий друг? Есть. Нашлась Арина. Говорит, болела, отлеживалась у подруги. Ее сейчас домой привезут. Побудь с ней, я пока занят. Конечно. Слушай, у меня есть хороший знакомый врач, я могу ее ему показать. Как ты? Если хорошему, то покажи. Все, мне пора, до вечера. Арин, ну что ж с тобой было-то, а? Что ж случилось? Ну, давай знакомимся. Я Сергей. Твой доктор. Привет. Мне не нужен доктор, я здорова. Какая ты молодец. Все жалуются на свое здоровье, а у тебя жалоб нет. Ну, раз нет, я тогда пойду. Я спать не могу. Все время какие-то кошмары снятся. Так. Давай я тогда тебе укольчик сделаю успокоительный. Нет, не надо укол. Ну, не надо, так не надо. Тогда капельки. Климов, что с ней? Полное истощение организма. У нее серьезные проблемы с наркотиками, похоже, давно. Мое мнение, надо срочно везти в клинику. Я позвоню, договорюсь, а ты предупреди отца. Ее ведь вылечат, правда? Все будет хорошо, но месяца три реабилитация минимум.
Знаешь, все можно изменить, только смерть непоправима. Ну, как в жизни говорится, каждое мгновение жизни еще один шанс. Еще один шанс. Ну да. Вот и мне надо кое-что в своей жизни изменить. А ты, Климов, хорошо на меня влияешь. Спасибо. Записал? Ну да. Вот по этому адресу ты должен быть послезавтра. Ага. Ну а что плохого? Деньги хорошие, тачка супер. Да и вообще неизвестно, как жизнь повернется. Ну да. Кстати, как там семейная жизнь? Нормально. Ну, нормально. Ладно, давай. Пока. Даже как-то неловко. Я бы лучшему другу, ты из-за бесплатно помог. Справа. Вы, пожалуйста, останьтесь, а вы и вы подождите в коридоре. Резюме, пожалуйста. Заключите рабочий контракт по стандартной форме с испытательным сроком и проинформируйте о моих правилах. С завтрашнего дня он может приступать к выполнению своих обязанностей. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Не сочтите за наглость, но мне кажется, что мы с вами уже встречались. Да? И при каких же обстоятельствах? Точно, вспомнил. Вы та девушка, которая достала для меня лекарство после аварии. Вы же приходили ко мне в больницу, так? Значит, вы мне помогаете уже второй раз. Вот видите, я не забыл. Вы редкая девушка. Ваш мужчина должен быть счастлив. Вы забываете свое место. Еще одно заявление в таком роде, и ваш испытательный срок закончился. Москву на Патриаршу. Вы что, забыли, где Москва? Остановите машину немедленно. Остановите, или я вас уволю.
Я сам ухожу. Что? Вика, я больше не могу играть в эти игры. Думаешь, я тебя забыл? Ошибаешься. Я должен был вернуться к тебе. А я сглупил. Женившись. В полной крите. Хочешь меня наказать? Твое право. По-моему, я и так уже наказан. Я не верю ни одному твоему слову. Что у меня было в жизни. Я прошу тебя, дай мне еще один шанс. Вот, смотри. Это твое сердце. Оно всегда было со мной. Единственный раз я его не взял. На те соревнования. Что не так? Все не так. Месяц уже прячемся по углам, мне это надоело. Я и так долго ждала. Я хочу, чтобы ты узнала о моих правилах. Правило первое. Я хочу быть все время с тобой рядом. Я это заслужила. Второе правило. Я хочу выйти за тебя замуж. Я хочу надеть платье, которое я купила для тебя и так долго берегла. Милая, я хочу этого не меньше. Где ты была весь день? Фитнес-клуб, спа-салон. Помнишь, мы давно говорили о скелетах в шкафу? Ты сказала, что у тебя в шкафу только платье. Хочу знать историю происхождения одного из них. Или ты всерьез отнеслась к моему предложению? Это платье? Это свадебное платье моей мамы. Она подарила мне его на удачу. Thank you.
Степан, собери-ка оперативно мне кое-какую информацию. Фиксируй. Из Ярославля. Фамилия Колесникова. Мать Виктории Колесниковой. Меня интересует история ее замужества и состояние здоровья. Ну, вроде как пару лет назад у нее была болезнь позвоночника. Жду и не затягивай. Вот и вот так. В общем, в итоге получилось. Настен, ты чё? Гуляю. А что, тебе только можно? По какому поводу? Я видела вас вместе. Я все расскажу ее любовнику. Он этого не потерпит. И я этого не потерплю. Я тебе говорила, что я тебя никому не отдам. У тебя паранойя. Я просто показывал ей клуб. А ты огород городишь. Хватит дурить, а? Надо срочно что-то решать. У жены совсем крышу сорвало. Она знает про нас с тобой и собирается сказать ему. Только не это. Единственный способ ее остановить – это избавиться от нее. В смысле? В смысле? Я уже все решил. Несчастный случай. Ты что такое говоришь? Что, просто покопаться в машине? В результате она просто не справилась с управлением. Макс, так нельзя. Она не оставляет нам выбора, понимаешь? Считай это возмездие. Она сейчас у родителей на несколько дней нервы поправляет. Приезжай ко мне завтра, поговорим без дерготни. Ваши семейные обстоятельства меня не касаются. Я плачу вам не за оправдание. Я из-за вас потеряла полдня. Ваш испытательный срок закончился, и я попрошу, чтобы вас рассчитали. Вы уволены. Я смотрю, ты взялась за старое? У тебя что-то случилось? А у тебя было когда-нибудь такое, что ты стремишься к чему-то, мечтаешь об этом, а потом, когда получаешь, понимаешь, что это не то, что тебе нужно? Я ведь тоже мечтал о чем-то, но ведь знаешь... Знаешь, ты единственный из моих знакомых, кто всегда поступает правильно и делает по-настоящему полезное дело. И вообще ты какой-то настоящий, а не выдуманный. Климов, а почему ты не женишься, детей не заведешь? У тебя бы отлично получилось. Наверное, я однолюб. И женщина, которую я люблю, для меня недостижима. А она об этом знает?
Климов, ты что, любишь меня? А почему ты мне раньше не говорил об этом? А разве любовь в словах? Все, спасибо. Садись. В общем, я все выяснил по вашей просьбе. Во-первых, Колесникова никогда не была замужем. Во-вторых, она больна. Но это не позвоночник, а сердечно-сосудистая система. Хотя не была госпитализирована. И в-третьих, она получает по 50 тысяч рублей от своей дочери ежемесячно. И хранит их на депозите в Ярославбанке. Спасибо, Степан, сочтемся. Ну ладно, что там. Всегда пожалуйста. Это Свиридов, ты на службе? Организуешь наружку на сегодня? А хочешь, я с ним поговорю, как мужчина с мужчиной? Пап, Рома. Я сама. Главное, только на электричку не опоздать. Успеешь. Не нравится мне все это. Одна на электричке. Но я же не виновата, что машина барахлит. Макс должен разобраться. Когда едешь, сразу позвони, чтобы мы не волновались. Сразу же. Ну все, пока. Я тебя на станцию провожу. Макс, ты что? Этого нельзя делать. Она просто еще одна женщина, имевшая несчастье тебя полюбить. Не переживай, я уже все придумал, теперь дело техники. Пойми, только если ее не станет, мы наконец сможем быть вместе. Макс! Настя! Настя! Макс! Макс! Я хочу, чтобы ты рассказал все, как было, потому что нельзя верить, и можно поддаться. Это же был ее план, правда? Это мой адвокат, очень хороший адвокат, он может тебя вытащить. Это же был ее план, правда?
Встаем, выходим, руки за спину. Дверь направо. Не думаю, что тебе здесь весело, поэтому я развлеку тебя новостями. Так вот, любовник твой, он предал тебя, обвинил во всем. Послушай на досуге. А досуга у тебя будет предостаточно, ты получишь срок по максимуму, я об этом позабочусь. А не убивай тебя, потому что ты однажды спасла мне жизнь, ты же знаешь, я никогда ничего не забываю. Ни плохого, ни хорошего. Зря ты нарушила правила. Зря. Ведь я же тебя. И было хорошо. Это была ее идея. Избавиться от моей жены. Она продумала план убийства. И вынудила меня к этому. Он уснул, кажется. Вас жду с смотровой. Не сейчас. Мне нужно съездить по очень важному делу. Случай очень серьезный. Без вас никак. По решению суда Российской Федерации Виктория Колесникова по статье 105 УК Российской Федерации умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, приговаривается к пожизненному лишению свободы. Виктория Колесникова, вам понятен приговор? Да. Я перезвоню. Простите, но это срочно. Ваша дочь сбежала из клиники. Сейчас она в больнице. Передозировка. Состояние критическое. Вам лучше приехать. Куда ехать? Доктор! Доктор, спасите мою дочь. Я сделаю все, что вы захотите. Я придумаю, правда. Я обязательно.
Таков печальный финал истории любовников-убийц, которые не понесли заслуженного наказания, скончавшись в тюрьме с разницей в несколько дней. Ты хорошо сделал свою работу, доктор. Что ты хочешь за жизнь моей дочери? Не нужна жизнь Вики, ее свобода.